Всем привет! Решил снять видео про iPhone, ну в данном случае iPhone 5s. Экран начинает лагать и не работать. То есть идет самонабор какой-то, да? Либо наоборот, мы начинаем нажимать на кнопки на экране, и они не реагируют на наше нажатие. Что, в общем, собственно, можно предпринять в таких случаях? В моем случае, собственно говоря, телефон был, ну, на нем был заменен экран, да, то есть это китайский экран на нем стоит, тачскрин был поменен, а китайские экраны, они очень чувствительны, то есть у них стекло очень чувствительное, и даже иногда можно вот, как бы не нажимая на сам экран, то есть пальцем на расстоянии там на 3 миллиметра от экрана, если вы ведете, он начинает все равно реагировать, как бы, да, на ваше... как бы на ваше движение на расстоянии, да, там на, ну, 3 миллиметра. То есть это вот один из показателей, то, что ваш экран очень чувствительный, и именно из-за этого происходит самонабор, да, такой на экране. Вот. И чтобы решить эту проблему, надо уменьшить чувствительность, да. Я пробовал сначала брать пьезо, пьезо бил, да, там типа говорили, что это статическое электричество, что вот надо это статическое электричество убрать, пьезой, да, я щелкал, ну, это зажигалки, да, я брал, ударял по экрану, и ничего, проблема не уходила. И, собственно говоря, я нашел проблему, то есть решил, нашел решение проблемы, когда взял чехол от своего телефона, вот этот силиконовый, который сзади, да, и поставил его наперед. То есть я взял вот так вот прям на экран этот силиконовый чехол налепил. Вот. И все. И, собственно говоря, сразу же проблема решилась сама собой. Экран стал менее чувствительный. И проблема ушла. То есть получается, мы уменьшаем как бы чувствительность экрана, да, потому что стекла вот эти, которые защитные продаются, ну как бронестекла, да, сверху, они не настолько толстые, вот, и они не решают проблему эту. То есть я сначала тоже думал, что это у меня может быть вообще из-за бронестекла, потому что оно у меня было тоже с небольшой трещинкой такая нашло, ну у меня тоже упал телефон, я снял это бронестекло и стало еще хуже, думаю, что же делать. В итоге вот оказалось, что экран чувствительный слишком, и надо уменьшать чувствительность. То есть можно купить просто чехол специальный, да, силиконовый, который будет, так сказать, полностью, да, обволакивать. Либо вот одно из решений — купить такой чехол для задней крышки и надевать его наперед экрана. Все будет нормально. Попробуйте, убедитесь сами.